заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность, уже в соответствии с обновленной Конституцией. Причем... По сути, означает снять ограничения для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Самое плохое и самое опасное, что может быть для человека, который занимается политикой, вцепиться в свое кресло руками и зубами. В принципе, этот вариант был бы возможен. Валентин Владимирович Терешковой предложение, оно сейчас всех успокоит. Оно поставить все точки над «и». Ведь огромная страна с ядерным потенциалом, страна – серьезнейший международный игрок в мире. Я, хотя и мог, меня многие даже просили это сделать, поменять ее конституцию под себя. Я отказался от этого именно в силу того, что считал, что есть такие основополагающие ценности, к которым страна тоже должна привыкнуть. О том, чтобы дать возможность президенту Российской Федерации избираться в 2024 году на пост президента, мне кажется, оно очень своевременное. Вы меня рассмешили.